В этот четверг в эфире Arctic TV смотрите новый выпуск программы «Проще говоря». Героем эфира станет генеральный директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий. Любовь к хоккею у мурманчан очень сильная. Они играют и поддерживают спортсменов всей душой. И это неудивительно, ведь эмоции, которые получаешь во время игры, самые искренние. Игра, она состоит не только в забиваниях голов, передач, как говорится, ударов. Она состоит из эмоций. Вот. Есть эмоция самого игрока, это больше связано с настроем на игру, с его физической подготовкой, интеллектуальной, что мы делаем в начале сезона, в подготовительный период. Но есть эмоциональная составляющая, это болельщики. То есть, если они кричат, поддерживают и подбадривают, то состояние игрока совершенно другое. Конечно, поддержку нашему профессиональному клубу «Мурман» оказывают не только болельщики. Есть такое понятие, как команда, да, хоккейный клуб, а есть команда наших партнеров, без которых наше движение и, скажем так, существование полностью невозможно, да. А у нас много партнеров главных, которые чуть-чуть меньше помогают, больше, но в совокупности это получается такая цепочка, да, которая приводит к результату нашего движения, то есть технического, инфраструктурного. Да. Наши партнеры – это правительство Мурманской области, это правительство города Мурманска. У нас основной, скажем, наш партнер – это Мурманский морской торговый порт. То есть это уже, я бы сказал, одно целое мы стали. Чтобы команда была сильной и успешной, нужно самим воспитывать молодые кадры. И наше подрастающее поколение чемпионов тренируется в Мончегорске. Молодежная команда хоккейного клуба «Мурман». Регламент Суперлиги гласит о том, чтобы была еще молодежная команда. То есть она у нас базируется в Мончегорске. То есть это такой, скажем так, наш тренировочный лагерь для того, чтобы там ребята молодые развивались и приходили к нам. Полное интервью о закулисной жизни спортсменов, их тренировках и том, как красиво играть в хоккей, вы узнаете в новом выпуске программы «Проще говоря» с директором хоккейного клуба «Мурман» Сергеем Чернецким. Увидеть ее можно в эфире телеканала Arctic TV и на нашем сайте.